Настала весна, и мы решили продолжить вести YouTube-канал. Мы сейчас будем задавать вопросы по биологии и будем дарить вот такие вот наушники, кто сможет ответить. Так что смотри за видео, в конце будет очень классный вопрос. Обязательно досмотри до конца. Часть какой системы организма отвечает трахея? Сейчас, можно еще раз вопрос? Вот, давай я тебе просто подскажу, да? Не, можно просто вопрос сейчас? Часть какой системы организма отвечает трахея? Дыхательный. Видишь, как все легко? Угу. Легко, да? Да. Это изи, 8 класс. Можно взять помощь друга? Ну смотри, трахея, вот ты вот дышишь когда. Угу. А легкие? Ну вот, а легкие, что это такое? Вот это дыхательная? Дыхательная система. Значит, какой части организма? Дыхательная система. Вот видишь, как хорошо. Теперь ты знаешь немножко больше. Да, согласен. Спасибо. Трахея. Дыхательный. Дыхательный? Да. Ты вообще молодец. Ну, я знаю. Трахея? Какой части организма она является? В смысле, то есть там дыхательная или что? Там вот. Видишь, как правильно сразу? Ну. Ты ответил уже. Ну, хорошо. Легко, да? Но это вроде не сильно сложно было. А ну, откуда мне знать, какой цвет жира у крокодила? Ну, непонятно, да. Дыхательный. Как? Что, как? Это биология 8 класса. Ну, ты молодец. Спасибо. Самый сложный вопрос. Какой самый большой паук на планете? Из Австралии, по-моему, я слышал по поводу пауков, но я название не вспомню, но это точно было в Австралии. Он ест кого? Помимо того, то, что насекомых для него это мелочь, на самом да. деле. Он может есть детенышей, ой, стоп. Детенышей кого? Мелких животных он может есть, сейчас, детенышей... Птиц. Птиц, да. Детеныши птиц. Значит, как зовут его?